Ну что, Михаил Борис, много в салоне безбилетник? Вон тот муфлон с красным портфелем. Вон тот чмо у окна с серьгой в ухе. Баба в кожаном прикиде. И вот этот бдительный типух. Вот они все без билетов. Остальных я пощипал. У кого проездной, у кого единый. Молодцы. Граждане, пассажиры и прочие безбилетники, просьба уплатить штрафы или все последуем в Ментуру. Своевременно оплачивайте проезд в общественном транспорте. Маленькая страна со своими жителями, проживающими там свои маленькие жизни. И, конечно же, со своим маленьким президентом-кондуктором. Так, поезд оплатим. Вошедшие полностью и частично. Так осторожно, двери не закрываются. Следующая остановка, минут через 5, для тех, кто доедет. Ой, какая девочка красивая. Тебя как зовут? Вася. Ой, так ты уже не девочка. Так, девушка, девушка с веслом. Подгребайте в середину, подгребайте. Пихайте мужчину впереди, пихайте. Что, он не реагирует? Милая моя, а весло вам на что? А, это муж. Так, бабушка, до вас домой дойдет, что вы людям мешаете. Вы на следующий выходите, я надеюсь? Нет? Почему? Сейчас же освободите задний проход, сейчас же. Девушка, а девушка, а вы не скажете, который час? Я замужем. Девушка, а у вас такая ручка, такая изящненькая, такая нежненькая. Ой, ой, это не моя, это бабушки. И вообще, мужчина, я вас не слушаю, продолжайте. Так, дяденька, ну написано же, место кондуктора не занимать. Сейчас же слазите, сейчас же. Это где ж такое написано? Да вот, кстати, у вас на окне написано. Вот на окно и садитесь. Ну, народ. Так, дедуля. Дедуля, у вас что? Справка об освобождении? От чего? От физкультуры? Ах, вы сидели за разбойное нападение. По вам не скажешь. На кого? На кондуктора. Мужчина, руку убери. Вообще наглёшь. Чё, дурочку нашли? Чё, больше взяться не за что, чё? Чё, я одна такая, чё? Одна такая. Вот неприятно это слышать, ага. Да я вообще же вся кипю. Я бесюся. У меня талия в напряге. Да что хотят, зато лапают. Куда убрали-то? Вы еще пощекочите меня. Пощекочите, я сказала. Уа. Вообще наглешь. Руку уберите. Считаю до миллиона. Раз. Так, мужчина. Мужчина спереди, что у вас? Показываем. Так, мужчина в развернутом виде. Я вообще не пойму, чего вы их прячете? Как будто я одна интересуюсь. Ну, написано же, вошел, показал. Так, мужчина, вы там долго копаться будете? Что, развернуть не можете? Или предъявить нечего? Я так и знала. Я так и знала. И не стыдно? Где же ваше мужское достоинство-то, господи? Так, там билеты у всех в заду.